А я все еще поднимаюсь. Так, ну что, я готова, если что. Ух, блин! Эх! Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Цилька Плей. Я Наташа, мы сегодня с вами играем в Granny 2. И мы выполняем челлендж из Крипика. Это поиграть спиной и попробовать пройти Granny именно все время ходя спиной. Давайте попробуем этот экспириенс. Мы попробуем сначала на изи, потому что как бы на харде и на экстриме мы точно этого не сделаем. Ну а вот на легком режиме сложности, в принципе, попытаться можно. Мы, как всегда, с вами проснулись, угадайте где? Правильно, в подвале, в котором уже столько раз просыпались. Для нас-то такие родные стены, да? Вот представляешь, сколько мы тут. Когда-то мы даже боялись эту игру. Теперь мы уже настолько с ней родны, что уже как бы и совсем и не страшно. Ну, бабка и бабка. Резко иногда, конечно, выходит, дергаешься все равно. А, простите, пожалуйста, над спиной, спиной. А буду лишь только поворачиваться, открывать всякие двери и ходить спиной. Блин, а знаешь, в этом что-то такое есть. Пойдемте сходим сначала в самый низ, посмотрим, что у нас находится внизу. Мало ли что там будет интересного. Блин, все время хочется пойти, между прочим, передом. Так, аккуратно, аккуратно. Здесь ничего нету. Здесь есть штука для вертолета, но для вертолета я не хочу, поэтому пойду жопочкой. Жопочкой по стеночке ползем с тобой. Блин, ну это, конечно, интересный экспириенс, я могу тебе сказать. Так, нам нужно попасть с тобой не сюда, а вот тут вот есть такая дырочка. Дырочка, которой бы очень сильно хотелось бы попасть, и тут тоже ничего нет. Тогда все, поднимаемся выше. По лесенке, чудесенке. Вроде бы ничего не предвещает. Блин, нет, нет. Закрывай, 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 прячься. Фух, успела, успела. Блин, это прикольно, прикольно. Ты представляешь, насколько это забавно? Типа, бабка за тобой бежит, а хочется повернуться. Хочется прям очень сильно так взять, развернуться и так типа и шмырнуть. Ну ладно. В принципе, мне кажется, что это пока что реально, но не знаю, сможем ли мы пройти или нет, посмотрим. Не забываем ходить спиной. Я хожу спиной, ты ходишь спиной, все мы ходим спиной. Не пытаемся скакать вперед планеты всей. Бабка поставила здесь капкан. Есть что? А? Ну, я не знаю, на самом деле, куда пойти, но пошли сюда. Так. Очень удобно, очень. Закрываем дверь, жопой разворачиваемся, смотрим, что у нас лежит здесь. Свечка, кстати, что неплохо. Можно взять свечку в руки, выйти спиной отсюда и пойти сделать с тобой вот так. И пошли дальше. Ой, 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 опять ты. Нет, 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 нет. Нет, женщина, не надо, не трогай меня, пожалуйста. Заходим, заходим, закрывай дверь, закрывай, 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 закрывай. Оп. Эй, все, я под кроватью, и ты меня не найдешь никогда. Соси, бебру, лысая шаманда. Вот так вот, шаманда. Если ты не знаешь, что это такое, то теперь ты знаешь, что это такое. Лысая шаманда — это бабка. Нам придется чуточку здесь посидеть, потому что не очень, я считаю, логичная будет мысль выходить прямо сейчас и идти жопой на нее. Я думаю, что она нас почувствует. Вроде бы бабулечка ушла, выходим, поворачиваемся спиной, открываем дверь и пошли дальше. О, бабка там играет, музицирует. Так, выходим аккуратненько. Пошлите на второй этаж. Бляха. Уходим, уходим, ретировочка, рокировочка назад, жопкой, жопкой. Да, блин, да проходишь ты, ну. Закрываемся и садимся. А! Все, сидим. Слушайте, ладно, а уже немножечко становится сложнее. Уже становится что-то как-то даже чуть-чуть напрягает, потому что спиной ты капканы не увидишь. А она любит их ставить на лестнице, поэтому тут как бы такая палочка о двух концах. Но мы стараемся. Дед, блин, спал все это время, как это было шикарно. Ладно, пойдемте, выходим, поворачиваемся, пошли. Спинкой, 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 раз, спинкой два, спинкой три. Мы ходили, мы пошли. А! Внезапно, внезапно, ладно, это было хорошо. Хоть какие-то новые эмоции привнесем в эту игру, ходить спиной.
Мне нравится. Слушай, прикольно, интересно, необычно. Правда, если человек первый раз зайдет на эту игру, тыкнет такой, он скажет: а зачем ты как дурочка бегаешь спиной? Ты что, ненормально? И мы скажем: да нет, я нормально, это просто челлендж такой. Он скажет: какой челлендж? Играй в игру нормально. Мы такие: а вот нет, мы ее уже столько раз прошли всеми возможными способами. Еще будем на картах проходить, все время ходить на каратчиках. Так, все, поднимаемся на второй этаж с тобой, давай. Смотрим, что у нас здесь. Ничего вроде бы нету, да? Ага. Так, пошли жопкой, 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 жопкой. Вот сюда. Вот, давай, 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 вот так вот. Оп, что здесь? Кусачки. Слушай, неплохо, давайте постоим здесь. Потому что бабка сейчас, скорее всего, пойдет вниз, а дед, скорее всего, пойдет наверх. Потому что они такие веселые ребята, которые постоянно любят ходить туда-сюда, туда-сюда. Так, ну давайте попробуем. Слушай, а мне что-то кажется, что их вовсе тут нет. Ой. Ой, ой-ой-ой, ты видел? Стоит она там, смотрит в полке. Хорошо, что мы ее заметили и успели спрятаться. Но, в принципе, мы можем сейчас сделать первое. Это перекусить кусачками вот эту штуку у картины и бросить кусачки вот здесь вот рядышком. Интересный челлендж, я хочу тебе сказать. Интересный. Что-то в этом есть. Я не знаю, чем сейчас занимается бабка, я жду, пока она здесь пройдет, чтобы мы могли спокойно с тобой заняться своими делами. Блин, как это приятно вспоминать, что когда-то мы под этой кроватью сидели почти что всю серию. Лайк, если ты помнишь, лайк, если ты так со мной давно смотришь Грэнни. Так, ну чё? Так, спиной, 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 не забываем про спинку. Закрываем, не забываем про спинку. Блин, а тут же дед может сейчас со спины прийти. А, нет, не может. Фух, здесь закрыто. Ну, на том спасибо, что тут закрыто. Давайте возьмем вот эту вринч. Ой. Отлично. Так, кидаем. Все, вроде бы все хорошо. Сейчас с тобой пойдем тихонечко в ух. Нет, 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 нет. Оп, я говно. Ох, ох. Ох. Ой-ой-ой. Ребята, хана, если нас сейчас заметят в этом уголке, то мы умрем, потому что бабка сейчас придет сюда, потому что мы задели с тобой решетку. А где дед, тоже непонятно, и чем он занимается, тоже непонятно. Скорее всего, он ходит, либо, может быть, спит. Да, интересно, интересно. 7 минут мы уже тут пытаемся выживать. Ладно, пошли, как говорится, перед смертью не надышишься, правильно? Поэтому мы с тобой хотим надышаться. Мы с тобой вообще четкие ребята, я считаю. Так, смотри, здесь ничего нету. Вот так вот ходим, смотрим, что у нас здесь. Дорлокер есть. Но это как бы такое себе, конечно. Ладно, пойдемте к кузнечику, сходим в гости. А давайте вот сюда сходим. Ой-ой-ой, кузнечик, зачем ты несешь еду? Опять я забыла про то, что нужно развернуться. Надо было жопкой сюда заходить. Ну, немножко глупенькие человечки, ну бывает. Что поделать, так, здрасте, не надо на меня светить, не надо. Какой красивый узорчатый ковер, у вас прям все как в Руси. Так бабка такая деловая, колбасня пошла, такая, дай-ка проверю, кто там что шумит. А это твой малыш там шумит. Что, давайте попробуем сходить за ней. Ой! Вот это было внезапно. Я не ожидала, что сейчас выйдет откуда-то дед. Я думала, он там с камерами стоит, играется все еще. А вот все. А уже день третий, и мы с тобой только сделали по факту один перекус и нашли свечку. Кстати, можем свечку воткнуть и, типа, порадоваться за то, что мы хоть что-то еще сделали в этой части. Давайте попробуем. Свечка как раз лежала где-то здесь у подвала. Ну, пойдемте. В принципе, я начинаю привыкать ходить спиной. Не совсем, конечно, удобно. Ну, а что поделать? Так, вот она. Разворачиваемся спиночкой. И по стеночке, оп, пошли. Не, с другой стороны, что-то в этом есть. Знаешь, какая-то своя своеобразная романтика. Вот это вот, постоянно ходить жопой. Как будто я какой-то рак, непонятно, так спокойно. Вот здесь вот, оп, все, пошли обратно. Спасибо, мистер Спрутик, я пошел отсюда, до свидули. До свидули, пиписюли, мы пошли. Так, теперь надо отсюда как-то выйти. Так, где я вообще? Моя жопа не ощущает преград, понимаешь? И чё, куда мне? Ну, вроде бы все. Ой, 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 бабка идет, ой, бабка идет, ой, бабка идет, аккуратно. Деда здесь нету? Нету, хорошо. Хорошо, что деда нету. Здесь дед? Так, открываем эту штучку. О, кузнечик, привет, как дела? Это я. Я захожу вот сюда, надеюсь, что здесь мы что-нибудь найдем. Фотография. Ну, мне не нужна фотография, спасибо. Фотографию можете оставить себе на память, а мне она не нужна. Что-то как-то вообще прям не густо. Ой. Ой-ой-ой. По-моему, дед даже не реагирует, когда я бегаю жопой.
Он такой, типа, ну да, она у нас особенная, так что надо облутать кухню, мы с тобой не лутали кухню. Аккуратно, давайте смотрим, что у нас лежит здесь. Ножка. А! Мне кажется, она просто на меня не срабатывает на легком уровне сложности. А что за прикол? А где все? Где вообще все, что есть в этом доме? Так, спокойно, надо немного посидеть, пересидеть, передумать и подумать. Нам надо попасть вот сюда. Меня беспокоит тот факт, что мы вообще не нашли нисколечко предметов. Просто ноль. Абсолютно ничего нету. Единственное место, которое осталось, это вот эта вот штучка, вот этот проходик. И второе место, которое осталось, это вот тот шкаф, который перед спальней. Ладно, ой, ой, ой. Перед смертью не надышишься, говорили. Надеюсь, она не видела. Ты же не видела? Ты не могла видеть. Не видела, не видела, действительно. Ну и хорошо, что ты немножечко слепая и долбишься в глаза. Я ценю это, потому что если бы она нас заметила, мы бы потеряли сейчас очень тупо еще одну жизнь. Главное, что мы с тобой сейчас справились. Остальное не важно. Меня беспокоит реально тот факт, что мы реально ничего не нашли. Просто ноль. Настолько плохо игра мне еще никогда ничего не делала. Реально всегда были предметы, но сегодня что-то их нет. А, он опять пошел смотреть камеру. Ну, раз он пошел смотреть камеры, тогда мы пойдем жопкой. Так. Вот эту фигню надо сдвинуть жопой как-то. О, нормально вошел. Я вошел! Видал? А, тут бензин. Ну, в теории бензин, конечно, можно засунуть. Можно. Что-то, по-моему, бабка ее не сильно услышала, эту решетку. Блин, стрёмненько, стрёмненько, я хочу тебе сказать. Берем эту штучку. Аккуратно. Ой! Блин! Вот и получила по заслугам. Не, ну знаете, я уже с четвертой, наверное, жизни уже начинаю привыкать ходить задом. Мне уже не так сильно хочется развернуться. Хотя все равно бывают моменты, когда я забываю, что я все-таки делаю такой челлендж. И хочется вот идти вперед. Иногда такое делаю, так что не сильно негодуйте. Все равно, видите, как мы пока что не можем ничего здесь пройти. Так, у меня уже головка-то протекает. Уже лужица крови там нарисовалась под моим этим головиным этим самым. Да ё-моё. Сейчас я, по-моему, это самое, получу от бабки, и от детки, и конфетки, и не только. О, дед, пошлите за дедом. Деда! Я вообще-то ждала деда, но не бабу. Но тут пришла баба и дала мне по голове. Последний день. Что ж... Как итог, мы воткнули свечку, и как итог, мы перерезали провод в одном месте. Молодцы! Мы многого добились, к успеху пришли. Горжусь нами, надеюсь, что и вы мной тоже. Поставьте лайк, если это так. Так, ну чё, выходим. Пошлите дальше жопочкой, жопочкой. Жопочкой и сковородочкой. Так, я опять застряла. Ну, бывает, у меня жирная жопа, просто, понимаешь? Мне кажется, что в том вот шкафу, который вот этот бабкин... где они там с дедом спят и детей своих делают, там, скорее всего, у нас находится как раз-таки шокер, которым можно бабку и деда пожахать. Но я не верю в то, что я смогу это вообще пройти. Но попытаться... Ну зачем ты сюда пошла? Ну зачем? Ну почему? Ну неужели нет у тебя других интересных мест, куда бы ты могла пойти? Ну, дорогая моя, ну у тебя целый дом, нет, ты решил зайти именно в эту комнату. Ну что ж ты такая душная? Так, я предлагаю выйти и пойти. Ну, потому что мы ее будем с тобой видеть. Еще тут есть одно место, которое стоит посмотреть. Ага, дробовик. Ну, не думаю, что он нам поможет. Ну, давайте его возьмем. Пусть он лучше будет, чем его не будет. Сейчас еще надо посмотреть, что здесь лежит. Ой, я задела. Хеликоптер-мануал, ну, класс. Так, закрываем эту дверь. Да! Вообще пусто. Я даже не знаю, как здесь и быть. Вообще ничего нет. Так, жопкой вставай. Залазим, залазим в дырочку, в дырочку. Есть. У нас теперь есть с тобой дробовик. Не, ну я не знаю, насколько это сейчас нам поможет или нет. Но в любом случае надо пытаться. Надо пропустить ее вперед, а потом пойти жопой и выстрелить ей в жопу. А то будет как-то нечестно, если я сейчас на нее пойду. Так, ну чё. Пошли жопой. Могу сказать. Жопой ходить, мешки не воротить. Я кого-то слышу. Пытаюсь понять, кто это.
Дед пошел смотреть свои мультики для взрослых. А я все еще поднимаюсь. Так, ну что, я готова, если что. Блин! Эх! Не получилось, не фартануло, но челлендж прикольный, мне понравилось. Он добавил чего-то нового, какой-то новой такой перчинки. Давайте попробуем сейчас еще раз. В принципе, я просто реально считаю, что нам с вами не повезло с респавном предметов, потому что что-то как-то было тухловато, согласись. Мы-то с тобой, как люди, которые играют в Гренни уже давно и долго, мы уже понимаем, что что-то здесь не то. Так, ну что, давайте еще раз. Изи, так, дед и бабка, поехали, давайте попробуем. В теории можно улегчить себе жизнь и поставить кого-то одного, но мне кажется, это для слабаков, а мы-то с тобой не слабаки. Мы имеем яйца, мы с тобой королевы экстрима, а королевы экстрима просто так не сдаются. День первый. Ну что ж, поехали. Не забываем про то, что нужно ходить жопкой. Мне почему-то еще хочется иногда ходить крабиком, но я понимаю, что это не есть хорошо, но страшно же, жесть. Ладно, давайте сейчас в этот раз играем только по правилам. Поворачиваемся только в нужных моментах, когда нам нужно что-то взять, либо посмотреть. Давайте начнем лутать местность именно с подвала. Здесь есть дурлокер, кстати. Слушай, неплохо, но мне кажется, в конкретном этом режиме нам будет сложненько. Так, я думала, что здесь уже дверь в подвал, но нет. Пойдемте вниз, посмотрим, что находится у нас внизу. Пока что вот это вот самое простое, вот здесь по стеночкам по этим ходить, потому что здесь никого чуть не отдалась осьминогу. Извини, осьминог, я тебя не буду больше тревожить. И, может быть, тебя словит какой-нибудь азиат для мукбенга. Или мутпы, ну, короче, ты понял. Так, все, пошли отсюда. Пора выходить из раковины. Пора бы уже и полазить здесь. Так, первый ящик. Ключ для лодки, ну, пусть лежит. Как бы я его не осуждаю, если хочет, пусть лежит. Заходим сюда жопкой, смотрим, что тут нету, нету. В нижнем ящике ключ. Ну, пойдет, пойдет, конечно, не то, что хотелось бы, но так тоже хорошо. Так, смотрим, что у нас тут. Ничего. А, что здесь? Ничего. Слушай, что-то как-то пусто, очень пусто. Что здесь в ванной? В ванной есть бензин. О, бензин, это неплохо. Так, подожди, нам нужно еще книжку. Оп. Так. Все, пошли вниз, 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 вниз. Заходим, ой, не туда. Так, заходим в жопой. Жопой спускаемся вот сюда вниз. Ага, вот так вот разворачиваем свою жопку. Пока что ничего, в принципе, я предлагаю нам тут не менять. Кидаем вот эту штуку. И ждем, пока сюда придет бабка или дед. А они-то по-любому сюда придут. На звук-то они же услышали. Так, пока что мы имеем вот эту штуку, чтобы опустить помост. И имеем с тобой бензин. Бензин нам нужен либо для вертолета, либо для лодки. Если нам повезет, я предлагаю сбегать либо на лодке, либо через дверь. Потому что вертолет это очень долгая фигня. Так, пойдемте. Мы пока вот эту вот жопой своей выйдем, бабка уже 100 тысяч раз уйдет. Ну, за исключением, наверное, того момента, если она не решит поставить капкан. Она решила поставить капкан. Вот это я понимаю. Вот это мы чувствуем друг друга с полуслова. Ну, давайте надеяться, что я в него своей жопой не попаду. Давайте сделаем немножечко вот так. Главное, не провалиться в воду. Идем. А что я на корточках-то? Бляха. Так и знала. Так и знала. Так и знала. Что мне повезет нарваться на капкан. Прям гадалки не ходи. Вот реально, не надо ходить гадалки. И так все понятно. Где? Да ты даже не представляешь. Я вот в этой вашей вот игле. Я не знаю, зачем она вам здесь, конечно. Но раз она тут есть, значит, имеет место быть. Так, как не выйти отсюда? Все, я вышел. Ой-ой-ой-ой. Надеюсь, она меня не заметит за дверью. Никого нету. Ну как она узнала, что я стою за дверью? Она не могла знать, что я стою за дверью. Ну не могла она знать. Почему? Как она это узнала? Я не знаю. Правда не знаю. Блин, надо было заходить в этот, в душевую и не пускать ее к нам в душ. Она такая хитрожопая, конечно, эта женщина. Все хитрее и хитрее. Не то, что мы, да? Мы с тобой только очень странные ребята, которые постоянно придумывают всякую фигню в этой игре, лишь бы только пострадать побольше. Ладно, давайте попробуем подняться на самый верх лучше. Поднимаемся на самый верх с тобой, чтобы посмотреть, кто тут живой. Здесь ничего нету. Да идите вы в попку, мадам!
ну что ж так не везет? Хорошо же шли в первый раз, но во второй раз что-то подкачали. Ладно, мы не сдаемся, у нас еще есть жизни. Есть еще за что бороться пока что. Пока еще голова не протекла, еще в принципе все не так уж критично. Так, пойдемте. Игра, наверное, такая думает, ну и идиот какой-то, жопой бегает, что-то столы задевает своей жопой, что-то там еще. Так, здесь что лежит? Ничего не лежит. Пошли дальше. Да, блин, опять на этом же месте! Я думала, я успею проскочить. Опять на этом же самом месте. Обидно. Как она так меня подловила опять? Я думала, она в другом, ну, типа, я быстрее сейчас в этот раз шла. Нет, опять в тот же тайминг попала. Попробуем еще раз. Головка-то уже протекает. Уже там кровавый выступ на наре. Ну, ничего, я тот еще червяк живучий. Сейчас я все сделаю, не ссы. Так, жопой, 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 жопой. Ладно, бабка, будь по-твоему, коза старая. Я жду, пока ты пройдешь дальше. Ибо ты меня заколебала, поняла? Все, она прошла. Это значит, что я могу выйти. Вот так вот, старая мошонка. Поняла? Так, да иди ж ты. О, шокер. Ребята, у нас был шокер. Мы могли бы ее шокером трахнуть, но не трахнули. А я не знаю, почему мы этого не сделали, не падай только. Господи, я надеюсь, она не зайдет сюда. Я надеюсь, она сюда не зайдет. Пожалуйста, не заходи. Не надо, я тут обделался уже всю стекло за этого черкашами. Пожалуйста, не надо. Ха! Она обделалась. Она поняла, что она не сможет меня обетовать никак. Понятно? Вот так вот, старая мошонка. О! Первый вставили! Видал, какие мы молодцы с тобой? А вот так вот. И это тебе не хухры-мухры. Так, жопкой, 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 жопкой. Бляха! Так я думала, ты кузнечика пошла кормить. Опять на этом же месте. Оно прям для меня как будто проклятое в этом прохождении. Все, последний день. Ну, не знаю, надышимся мы с тобой или не надышимся. Нам сейчас надо попытаться взять с тобой шокер. Потому что если мы возьмем с тобой шокер, то извини меня, мой дорогой друг. Но мы тоже здесь сделали хотя бы хоть что-то. Стоит отдать должное. Мы не просто бесполезный кусок дерьма, который здесь бегает и ничего не делает. Мы хотя бы, что в первом прохождении на этом челлендже сделали... Ну, что-то из, да, того, чтобы выйти. Так и здесь то же самое предприняли. Иногда картина задевает жопу, меня это дико бляха раздражает и раздевает, да. Так. Ой, уронила она картину свою. Давай, иди отсюда, шуруй. Посуду там помыть надо, немытая стоит. Мухи завелись. Тараканы. Зачем она туда пошла? Зачем она пошла туда? Я не понимаю. Ладно, пошли. Все, я сдаюсь. Пока что этот челлендж мне точно не дался. Пишите, как он вам в комментарии. Понравился, не понравился этот челлендж. Попробовать поиграть в него еще раз. Можете попробовать вы и написать, смогли ли вы пройти так или нет. Ну а с вами была я, Наташа. Не забывайте подписаться на мой канал. Увидимся. Пока. Пока, бабка. Пока, дед. Пока, Кракен.